Здравствуйте, друзья! Вы на канале Alit Top. В этом видео распакуем и протестируем очень интересный приборчик. Как вы могли понять из названия, это лазерная рулетка. Я из тех динозавров, которые до сих пор пользуются батиной рулеткой, и про существование лазерной узнал только недавно. Это одна из недорогих лазерных рулеток с большим количеством заказов и отличными отзывами. Модель T4S. Приходит она в симпатичной коробке. Внутри находится сама рулетка, ремешок и достаточно хороший и удобный чехол для хранения. И инструкция. Наличие чехольчика очень порадовало, так как у многих он будет храниться просто в ящике вместе с другим инструментом, и без чехла можно повредить линзу, да и сам корпус. Также для удобства его можно закрепить на пояс. Сама рулетка достаточно компактная, работает от двух мини-пальчиковых батареек. Дальность данной лазерной рулетки 40 метров. Дисплей с подсветкой и хорошо читается. В правом верхнем углу есть индикатор заряда батареек. Давайте перейдем к органам управления, так как это не просто рулетка, которая показывает расстояние, она также имеет большое количество полезных функций. Большая красная кнопка RIT включает рулетку, а также делает замер. При первом нажатии включает лазер, при втором нажатии делает замер. Есть две плоскости, от которых рулетка может делать замеры, от нижней части и от верхней. Переключение осуществляется вот этой кнопкой. Также, зажав ее на некоторое время, можно изменить единицы измерения. Также можно сложить или вычесть значение с помощью кнопки плюс-минус. А немного зажав ее, можно отключить звуковую индикацию. Кнопка «Сохранить» позволяет сохранять показания в ячейке. И самая интересная и полезная функция, которая позволяет немного сэкономить время, это возможность автоматически рассчитывать различные плоскости, включая треугольные и объем. Совсем недавно я ходил вокруг да около фронтонов, чесал затылок и вспоминал уроки геометрии, а здесь все делается в три нажатия кнопки. Просто замеряете все стороны, а вычисления производятся автоматически. В общем, очень удобно. Что касается точности измерений, производитель закладывает погрешность в 2 мм. Я тестировал ее на разных расстояниях, и каждый раз значения соответствовали боевой батиной рулетке. Впрочем, многие пишут, что эта рулетка очень точная и проблем с этим ни у кого не возникает. В целом, это отличный инструмент, и возможно, профессионалы найдут к чему придраться, и это будет, конечно, оправдано. Но, как мне кажется, для домашнего использования это незаменимая вещь, учитывая небольшую цену данной рулетки и ее хороший функционал и точность. Плюс есть очень приятный бонус. При заказе я списался с продавцом, и он, узнав, что я буду снимать видео, пообещал для всех моих подписчиков, кто захочет купить такую же лазерную рулетку, будет вкладывать в подарок еще и уровень. А он, кстати, стоит около $3. Ссылка на этого продавца будет внизу под этим видео, и чтобы получить бесплатный подарок в виде уровня, переходите по ссылке и при заказе напишите сообщение с этим бонус-кодом. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, видео было для вас интересным. Следующее видео будет подборка автотоваров. Поставьте лайк, и я постараюсь сделать его как можно быстрее. Удачи вам, друзья, и хорошего летнего настроения. Увидимся!